Сергею Долгову 72 года. Садовый участок мужчина держал всегда, но такого богатого урожая еще несколько лет назад не было. Однажды пенсионер заметил, что растения реагируют на доброе слово и ласку, начинают активнее расти и меньше болеть. Но один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Вот такие концерты на участке Сергей закатывает постоянно. Особые ценители его музыкального творчества – помидоры. Соседи мужчины говорят, что удобряют томаты также, ухаживают за ними, поливают, но результат совсем другой. Есть у Долгова свои секреты богатого урожая. С перцем, значит, тоже разговариваю, значит, хвалю, что они такие хорошие вырастают. Значит, ну, нужно относиться с любовью ко всем. А еще бийчанин не покупает семена в магазине, он их готовит сам, с любовью. Говорит доброе слово, и кошке приятно. А уж растению тем более. Елена Кузовкина, Евгений Андреев. Наши новости.